у нас утро снова. Собираем Германдоса в садик. Все, пойдем, выходи на выход. Рюкзак полный. Рюкзак очень полный. Пойдем? У нас у соседей ремонт, поэтому мы живем вот в такой, например, пыли. Мои ботиночки. Не спасает. Выходи. Мой след. А твой? Ну, конечно, в таких новых ботах-то. Твое добро. Давай. После сада с меня сошло как будто 10, не знаю, потов. Если Герман попросил не засыпать, как обычно, и лег в районе 12, то утром я получаю просто оплюхи по всем фронтам. Ну-ка, пока я хожу, просыпается второй и начинает тут. Герман! Герман в садике. Дай 5. Нет. Не. Ну и если утром все пошло наперекосяк, то всегда знаете, что спасет? Робик, знаешь, что спасет все время? Яичница. Это мой выход всегда. А ты будешь кашу? Да. Кашу с... Мы едим пшенную со своим вареньем, да? Вот так вот. Улыбашка. Вот так. Ты принес коробку? Да? Откроем? Какой? Какой? Только что приходил курьер, и наконец нам доехала посылка, которую я очень долго ждала. На самом деле, я думала, что у My Toys продаются только игрушки. Но нет. Давай. Все, а теперь вытаскивай. Делаем с вами распаковку. Бумага. И что тут у нас лежит, Робсон? Там всякие игрушки, конечно, я сказала, но главное, смотрите. В том году Робик ходил в комбинезоне, который был темно-синего цвета, если вы помните, со звездочками. Это то же самое, только этот же бренд, только следующая уже модель, я так понимаю, новая. И тоже со звездочкой синего цвета, все как я люблю. А, вот это огромная игрушка, где мы будем строить с тобой пирамиду, смотрите. Можно вот так выстраивать друг на друга и бросать шарик. А, ой, здесь есть резиночки, как надо, синенький Робсон. Ну, давай. Раз. И второй. Синенький. Синенький мальчик. Молния, кстати, очень быстрая. Отпускай, оттаскай. Оп. Покажи. Вот на. Желтый. Зеленый. Где твои шарики? Тебе понравилось? Ну и такое бывает, Робсон. Ну и на фоне играющего Робсона я хочу вам оставить вам вот такой промокод со скидкой, который вы можете использовать для покупки. И внизу также под видео будет ссылочка на этот промокод. Так что заходите в магазин My Toys и что-нибудь покупайте. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Так. Хорошо, все, спасибо. Мне для видео, я снимаю видео. А, и... для видео? Да, да, поэтому... Девочки, я на месте, цветы со мной. Я приехала на самом деле к Ане Гэп. У нее сегодня, во-первых, день рождения, во-вторых, первая встреча трех мам ее канала. И я, конечно, опаздываю, но я так и надеялась, что я приеду позже, поэтому все, я здесь.
Я пришла к Ане, а тут, конечно же, есть все мои подписчики. Это так приятно. Я встала, растеклась по стене, потому что мне жутко стеснительно. Вот у меня второй. Подарочные сертификаты на два занятия по управлению с активацией до 1-9. Посмотрите, какой он нарядный. Все, вот моя красавица. Давайте, красивая, с красными губами на 12 сантиметрах. Я хочу, чтобы тебе же знаешь, что пожелать. На самом деле, я хочу тебе пожелать, чтобы ты... Вот мне кажется, ты сейчас на волне. И чтобы ты это чувствовала, тебя разбавлялась. И ты в себя вот верила. И вот все будет. Спасибо. Конечно! Спасибо! Я красивая! Я тут начала вот снимать. А чего? Он уже записывает или да, он должен записывать. Там красная зап написана, ага. И такой губки, вот эти губки, это вообще. Да, это такая штука. И вот опять, мне ничего не нужно. Мне не надо. Но я скупила пол магазина. Да, спасибо большое. Пожалуйста, всего да, до свидания. Вот так. Вот так вам. Видно? Короче, я купила 3 миски. Они пластмассовые. Ну, 3 миски. Купила вот такую штуку огромную. О, ну что светит, это свинья. Я думаю, что у меня дети это заценят. Просто игрушка. Она стоила, кстати, 399 рублей. Игровой набор «Подводные жители». Для ванны игрушки всегда нужны. Вот всегда. У нас с этим проблема. Кстати, может, если знаете какие-то крутые игрушки, напишите мне, пожалуйста, внизу. Носочки, носочки с ананасами. Я подумала, если я когда-то буду устраивать какую-нибудь пати, почему бы мне не устроить ананасовую какую-нибудь тусовку? И под это я купила трубочки, купила тарелочки и купила 2 гирлянды. Вот такие. Вот. Вот такие 2 гирлянды с ананасами. Вот. Честно сказать, ну правда. Я купила даже шоколадку. Маршмеллоу, посмотрите, шоколад маршмеллоу. Водная рогатка для ванны, тоже опять игрушка мальчикам с мягкими шариками. Вот это Герман точно оценит. Просто большая тетрадка мне для моей всей писанины, потому что я до сих пор не могу найти ежедневник, который я полюблю. В общем, и, вот конечно же, мне отдельное спасибо хочется сегодня сказать девочкам, которые ко мне подходили. Вас было много. Я знала, что у Ани будут девочки, которые меня знают, но в таком количестве я правда не ожидала. Каждая, кто ко мне сегодня подошел, я передаю себе привет. Спасибо за теплые слова, за то, что вы мне говорите, даете обратную оценку, потому что вы меня знаете. Одна вот мне девушка сказала, я тебя знаю как будто 100 лет. Но когда вы мне даете обратную связь, когда я вижу комментарии, либо когда встречаюсь на улице, это другое. То есть я погружаюсь, и мне очень приятно. Это такая отдача. И вы у меня самые-самые адекватные. То есть я знаю, что мои подписчики, вот кого бы я ни встретила, все очень хорошие люди. Так что я стесняюсь, не знаю, как на это реагировать. И вы мне договорите, что я, кстати, на камере выгляжу больше, чем живу. Это очень приятно. Одна сегодня из девочек мне сказала, Настя, ну ноги-то не такие толстые, как ты говоришь. Короче, всем спасибо, я вас крепко обнимаю и еще раз передаю всем привет, каждый. Девочки, доброе утро. Теперь чистка зубов у меня занимает очень много времени. У меня теперь есть листерин, полоскать рот, потом втирать в десна метрогилдента, потом зубная паста, ирригатор. И все это друг за другом несколько раз в день. Я, в общем, схожу от этого с ума. Но... все помогает, так что, девочки, следите за своими зубами. А еще, если у вас все хорошо с зубами, то вам нереально повезло. Просто это лучшее, поверьте, потому что зубы, помимо того, что это бьет по финансам, в принципе, зубная боль считается самой-самой ужасной. Я, в общем, пошла на полчаса. Увидимся. Слушайте, как давно я не была никаких Сбербанках. Мне нужно сейчас оплатить счет. Я стою с талончиком и встретила вот это вот чудо. Так она еще может разговаривать. Добрый день. Возможно. Вы можете не ждать очереди. Обалдеть. Выберите или скажите, с каким вопросом вы пришли к нам. Класс. Что же я оплатила? В общем, мы едем огромной компанией не на самый Новый год, но со 2 по 6 число. Мы едем в дом отдыха в Юхнов, в котором вот сейчас будет.